Сериал «Дельфин», второй сезон, новые серии, 19-20 серии. Анонс. 19-20 серии выйдут 7 июня на телеканале НТВ в 20 часов. 19-20 серии «Челюсти», 1-2 часть. За недостатком прямых доказательств вины кума приходится отпустить. Но Кораблев все еще полон решимости поймать того, кто стоит за всеми последними преступлениями в Южноморске. Он просит Судакову поднять все закрытые громкие дела последнего времени. Это становится причиной нового конфликта с Середой. К Бухтовому обращается владелец проката дайверского оборудования Сомов с просьбой помочь ему найти москвичей, уже больше месяца бесследно пропавших с дорогим оборудованием. Бухтовый поручает Кораблеву провести расследование вместе с разбойным отделом, и в результате Андрей узнает подробности о затонувшем городе Еврипомене, а также о том, что дайверы искали именно его. Задержав владельца катера, на котором выходили в море дайверы, Андрей с Ольгой ныряют в том же месте, где погружались московские дайверы, и своими глазами видят чудесный подводный город и статую золотого дельфина. Но насладиться красотами древнего полиса им не дает таинственная и агрессивная охрана, нападающая на него и Ольгу прямо под водой. Судакова сообщает Андрею, что она нашла разгадку криминального ребуса Южноморска.